Приветствую вас. Ну что ж, я прочитал ваш вопрос. Я не буду перечитывать текст, он довольно объемный. Кроме того, много вы довольно-таки говорите здесь про него, про мужчину. Вот, и довольно мало говорите про себя, как мне кажется, что является, на мой взгляд, проблемой. Я думаю, что вы сейчас переживаете смену своих собственных приоритетов. Я думаю, что для вас вот той, которая потихонечку уходит в прошлое, важно то, что вам мужчина дает. А для вас новой важно то, что он дать не может. И мне кажется, что вы боретесь вот между этими двумя ипостасями. Вот. Я могу сказать, что да, вы можете сделать так, чтобы эти две ипостаси не конфликтовали. Вы можете сделать так, чтобы они друг другу помогали. Но это требует определенной внутренней работы и консолидации. А можно сказать, в общем-то, что... Та новая вы, которая есть сейчас, она пришла на смену той другой, и она не уйдет. Но это мое личное мнение. Что касается того, как вам в вашей ситуации быть, то я думаю, что ввиду такого довольно серьезного конфликта между теми ценностями, которые вы описали, да, в первую очередь хочется сказать, что любые сомнения в пользу того, чтобы оставаться в отношениях, трактуются как необходимость выйти из отношений. Это первое. Второе. Вы говорите, что к вам не было такого отношения никогда. Человеческое, мужское, персональное. То есть это история про то, что человек подметил вашу ценность, которую вы ранее не чувствовали. От этого вы зависите. Вы зависите от того, что чувствуете, что вас как бы высвечивают то, что высвечено не было никогда. Мне кажется, что вам нужно увидеть вот именно субъективно, что высвечивается, и научиться высвечивать это самой, чтобы чувствовать эту часть своей личности, а не реагировать на то, как ее высвечивает кто-то другой. Потому что у меня сложилось впечатление, что вы зависимы именно от отношения человека к вам. А это большая проблема, потому что на первый план выходит, когда отношения другого возникает всегда зависимость. Отношения комфортные, равноправные, свободные, когда мое отношение к кому-то является ключевым аспектом. Вот. И то, что вы говорите, человеческое, мужское отношение, персональное, ну, говорит вот о том, что некоторые части своей личности вы за счет своего планирования, за счет увеличения доли интеллектуальной работы в вашей жизни, вы просто подавили. Мужчина это вскрыл, вам это понравилось, вы хотите быть с ним. Правда в том, что вы можете получить эту историю не только с этим мужчиной, вот, а с кем угодно, если будете ее выражать и проявлять. А сейчас вы просто как бы, ну, вот, вам открыли какую-то часть вашей личности, и вы в этом купаетесь, но нужно понимать, что это чужой бассейн. Дальше. Я думаю, что ввиду конфликта таких ценностей, да, как получается, материальные ценности и духовные, я думаю, что определиться вы смогли бы для себя, пускай с грустью, с болью, сказать мужчине о том, что вам с ним хорошо, вы хотите с ним быть, а может быть даже вы его любите, хотя об этом вы ничего не написали. Но вы не готовы материально проседать.
а его какие-то убеждения, его заверения в том, что он всевозможно вас не убеждают. Я думаю, что он на это как-то отреагирует, и по его реакции вы прочувствуете. Только очень важно заметить вот то, что вы почувствуете, и не задавить это интеллектом. Это будет то очевидно верное решение для вас. Хотя лично мне кажется, что решение вы уже где-то в глубине души приняли. Вот. Только это не означает, что оно правильно, это решение. Но то, что вы его приняли, вот это, да, скорее всего. Вот. Дальше. Дальше. Вы, значит, выбрали мужчину старше себя, я так понимаю, на 30 лет, могу ошибаться. А, вы написали вам 33. Значит, на 27 лет старше себя. Как я понял, мужчине 60. А у меня сложилось впечатление, что мужчина подкупает вас заботой, подкупает вас теплом, подкупает вас личностным восприятием вас. То есть все это можно охарактеризовать как забота. И вот удивительным образом от вашего текста складывается впечатление, что вы о себе не заботитесь. Просто потому, что вы довольно рациональный человек. Рациональным людям не свойственно о себе заботиться. По моим наблюдениям, я не претендую на истину, но вот по моим наблюдениям, рациональным людям заботиться о себе не свойственно. Вот, хорошим вариантом было бы тоже научиться о себе заботиться. Это я к чему? Я к тому, что время у вас еще есть, вроде как. То есть, ну, до того, как он уедет, куда-то вас позовет, да и даже если позовет, а вы будете не готовы, вы можете немножко потянуть время, отложить всю эту историю. Вам бы вот сбалансировать свою личность сейчас, потому что такое ощущение, что мужчина – это отражение, квинтэссенция, если хотите, всего того нежного, теплого, эмоционального, как это не парадоксально звучит, женственного в вас, только в виде мужчины. Понимаете? То есть, вот то, как мужчина к вам относится, и то, какой вы себя чувствуете с ним, вам очень нравится. И вы не хотите это терять. И это нормально. Вот вы потеряете, и все. Все вернется на круги своя. Ну, типа, да, будут деньги. Возможно, ну, то есть, другой мужчина вас там будет обеспечивать и прочее. Будет какая-то стабильность, да, но чувствовать вы себя так, как с этим человеком, не будете. И понимаете, пока ваше ощущение себя зависит от того, рядом вы с человеком или нет, вы не сможете принять решение относительно того, хотите ли вы с ним быть или нет, и стоит ли отношения с ним чего-то там, потому что ради отношений с кем-либо придется всегда от чего-то отказываться. Всегда. Больше, меньше степени, но придется. Вступать в отношения без отказа от чего-то нельзя. Только это не жертва, это сознательный выбор. Так вот, для вас сейчас и отказ от мужчины, и отказ от своих ценностей по уровню жизни выглядит как жертва. Вот. Нужно сделать так, чтобы какой-то, а желательно оба варианта не были для вас жертвой. Тогда вы сможете принять решение. Я также думаю то, что решение быть нам человеком в отношениях или нет, принимать какие-то ухудшения условий своей жизни или нет, зависит от того, чего я для него хочу.
То есть в данном случае это зависит от того, чего вы хотите для мужчины. И удивительное дело, что вы пишете только о том, что он для вас делает. Вы пишете о том, как он к вам относится, но практически ничего не пишете о том, как относитесь к нему вы. И хотите ли вы для него что-то делать. И что вы к нему чувствуете. По крайней мере, я этого не прочитал, я не читал ваше дополнение к вопросу, извините. Вот там вы отвечаете коллегам, я не хотел на это ориентироваться. Вот, поэтому если вы свои в дополнение об этом писали, то простите меня, пожалуйста. Но в основном тексте вы не пишете об этом. Я думаю, что даже если вы в дополнение об этом написали, ну, то, что вы не написали о своем отношении к мужчине, о том, чего вы для него хотите, да, ну, помимо того, что он вам дорог и так далее. Вот, а тут ведь момент какой, что если человек вам дорог, это значит, что он для вас ценен. Но что такое ценен? Он ценен, потому что вы хотите для него что-то делать, или он ценен, потому что он вам что-то дает? А вот это уже очень разные вещи. И в общем и целом, я думаю, что выделив то, что вы хотели бы делать для человека и свое отношение к нему, вы сможете куда более эффективно решить вопрос, хотите ли вы с ним быть или нет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.